Всем привет, друзья и зрители моего канала. Сегодня хотел послушать все клипы от исполнителя такого, как Роберт, а ник у него PL-ATINA. И, короче, должен быть у него альбом либо в июле, либо в августе, и мы не знаем еще. И давайте его глянем, все клипы на его канале. Захотелось мне это сделать, потому что, как бы, ну, чтобы освежить, так сказать, память, я его давно не слушал, и глянуть вместе с вами клипы. Давайте начнем с Инья. Погнали. Но перед тем, как вы смотрите, ребят, если вам не сложно, все-таки подпишитесь на канал, да, помогите мне там с активом и все такое. Погнали слушать Иней. Кормил, он вроде фейс делал где-то. Я говорю, Катя, кому-то и все твои друзья мне запаслись. Только я не знаю твое имя, но я точно назову тебя красивым. Походу, ты запала на мой имидж. В моих карманах так катает, как Джанмен. Ты получишь все, что ты хотел. Детка, только дай мне свое тело. И все-таки должна мне еще что-то дать. Это моя жизнь, тебе не понять, да? Чтобы получить, нужно проебать. Много говоришь, но мне насрать. Много нейров, телефонов много. Один номер для мамы, а второй для мамы. Моя земля горит, как будто это бомба. Сучка, завались, и не будешь горы. Так я курю гашиш, когда мне плохо. Я курю гашиш, когда мне хорошо, да. Много наркоты, всего понемногу. Это сок и дым, я залью сироп. Как хорошо одет, я как будто модный. У меня очки от Гуччи, я слежу за блоком. Твоя блядина лезет на мой сочет лоб, да. Я достану небо, а ты потолок. Ухаю собачу, трахну твою блядь. Трахну твою су, трахну твою блядь. Я пальцем на ксан. Я курю кайфа, как будто и все твои друзья мне запаслись. Только я не знаю твое имя, но я точно назову тебя красивым. Походу, ты запала на мой имидж. В моих карманах подкатает, как Джон Леннон. Джон Леннон? Ты получишь все, что ты хотел. Только я только дай мне свое тело. Я курю кайфа, как будто ини. Все твои друзья мне запаслись. Только я не знаю твое имя, но я точно назову тебя красивым. Походу, ты запала на мой имидж. В моих карманах наркотая, как Джон Дэн. Ты получишь все, что ты хотела. Только дай мне сами свое тело. Ну... Но в целом такой забавный, да, такой клип, забавная песня, в принципе, ничем не напрягает, да, и тем более 2018 год, это только его начало, да, было, наверное, поэтому такой клип как бы не очень такой качественный, да. Ну, в принципе, весело, весело, задорно, и как бы, ну, то, что много там суки, да, там, наркотики, не знаю, конечно, я к этому, конечно... не очень положительно отношусь, да, но о чем мне как бы в общем, о чем они поют, о том, наверное, ну, то и делают, да, наверное, поэтому они видят так, да, жизнь, да. В общем, ладно, не буду я долго затягивать. Неплохо, я 80 поставил, ну, очень мелодично, на самом деле. Если честно, такого в России я не слышал, вот честно. Но он не из России вроде, Роберт. Это вообще не знаю. Так, слушаем дальше. Бандана. Бандана. Голос прикольный.
курим, же сука мы роль. Банна и шалава, блять, на башке банан, да. Гуччи, Луи, Прада, Прада, черный без не лада, лада. Торгает как надо, торгает как сука, сука. Она же за бар, бар, курит она шута, блять. Банна и шалава, блять, на башке банан, да. Гуччи, Луи, Прада, Прада, черный без не лада, лада. Торгает как надо, торгает как сука, сука. Она же за бар, бар, курит она шута, блять. Сила мажет, мажет, мажет меня, это ценит. Манна и шалава, блять, на башке банан, да. Гуччи, Луи, Прада, Прада, черный без не лада, лада. Торгает как надо, торгает как сука, сука. Она же за бар, бар, курит она шута, блять. Манна и шалава, блять, на башке банан, да. Гуччи, Луи, Прада, Прада, черный без не лада, лада. Торгает как надо, торгает как сука, сука. Она же за бар, бар, курит она шута, блять. Платина R&B Club. Ну, что хочу сказать, то что это, знаете, такая песня, мне кажется, лакшери, да, больше такая, знаете, попонтоваться там, то все что-то там, на башке Мадана, Гуччи, Луи, Прада, что-то там, то все. Но поинтереснее, чем мини, в плане, в музыкальном плане, то, что так, ну, как-то необычненько, да? В целом, неплохо, да, но если сравнивать с инием, они где-то на одной, ну, на одной волне, да, стоят, но как-то вот это более как-то, ну, покачевее, мне, ну, кажется так, в общем, вам судить, ребят, но я поставил 9 из 10, потому что мне это больше понравилось, чем ини, да. Так, что у нас дальше? Санта-Клаус. Это название. Девочки, ну как всегда, да? О, классно снято, кстати. Это правда, да, все нормально. Давно везде не дорогой, давно везде не дорогой. Ну тут прям за автотюнина, да? Я говорю, до рядовами. Он лежит дымкой рукой, рукой. Мы летим в мире на бал. Всегда на кого дикой. Всегда зовет меня Санта. Я говорю, я говорю, нет, нет, в смысле, смешно. А со мной в Москве, суп тупо пиздец. А со мной в Москве, гульнас как отдых. А ради меня, вокруг побивать. Левым хохотем маку, ты хотел пропасть. Пока лес как солнце, я могу все достать. Я пролез как в кольцо, как Соник X, могу все достать. Стоп, ребята. Это кто? А, это друг его, да, вроде бы этот... Как его?
плохой парень, да, вроде его друг? Да, да, точно, точно. Сейчас, подожди, что там? Все эти суки модели ты знаешь? Ну, в принципе, очень классная песня. И, кстати, снег он имел в виду, наверное, ну, вот этого, да, тема. Не хочу я говорить об этом, поэтому я просто вам показал, да. Но в целом, опять же, классная песня, классный бит, но слова некоторые меня заставляют как бы задуматься, да. Ну, как задуматься, в смысле, то, что там... Ступор, так сказать, меня ставит, потому что шкуры, суки, наркотики, ну... Есть же другие вещи, о которых там интересно, да, там читать, мне кажется, чем об этом. Если у вас есть свое мнение, напишите в комментарии, как вы думаете, нравится вам такое или нет. Не знаю, ребят. В целом, если не... Как бы не вдумываться в текст, да, ну, то есть, там... Не слушать песню из-за... текста, да, то, в принципе, хорошая песня, мне понравилась. А вот так, по смыслу тут ничего не надо искать. Ну, 10 из 10 поставлю, в принципе, молодец, платина, то, что у меня клипы более качественные, да, стали. Итак, последний трек у нас сегодня навсегда. И, кстати, хотел еще посмотреть, мне там сказали, Маркул обладает последний билет, и гляну как-нибудь последний билет, гляну... Еще какие-нибудь клипы обладает. Кстати, у меня обладает. На канале есть Блин Зон. И Дэвид Бэха. Ну, Дэвид Бэха там очень старая реакция, поэтому можете не смотреть, наверное. А Блин Зон посмотрите, это прикольно. Вот так, ну что у нас? Навсегда фит с Вайнпанком. Как я знаю, Вайнпанк это получается битмар, да, вроде бы. Интересно, блин, я не помню этот клип на самом деле. Давно очень смотрел, давно. Давайте заново память освежим, так что платина навсегда с Фитцрой Панком. Поехали! Ну это где-то там, за бугром, да, наверное. Англия или что это такое? Да, слушал я песни, песни я помню, а вот клип я не помню, поэтому смотрим клип сегодня. Другие, если нельзя доверять, они запомнят меня, они запомнят меня, они запомнят меня навсегда. Вот жаль, что тут не было врыва, да, так прям, блин, был бы врыв, классно, бы классно было. Они запомнят меня, они запомнят меня навсегда, навсегда, навсегда. Ну, курить каждый день это плохо, мне кажется. Это влияет на здоровье, короче, и мозги, наверное. Ее губы так стали слаб. Я тут папе мой лали. Такой один квартал. Все эти день чулки руки. Очень классно. Залетел в айпад. Да я посвопил. Сук, я мертв внутри. Сук лежит без крови. Сук лежит без крови. Вампир, да? Папиной дочки, папиной дочки. Да на бай. Она хочет, она хочет. Или бабос. Навсегда, 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 навсегда. Классный клип, очень классная атмосферная песня, прям вайбан тут классно звучит, и такой бит, знаете, очень такой, как будто
готический, да, такой, типа, ну, типа там как будто дьяволами это битье, да, читают караоке. Ну, в хорошем смысле. Че это такое? Плюс 5 лет, год назад я был другим. Может быть подрос немного, но я точно не взрослел. Просто как-то стало похуй, может сильно отупел. Я искал себя так долго, был на том, как люди, как люди. Они хотят меня, от меня детей. Я вспомнил, это, короче, Питер Пен, вроде бы, да, песня. Но клип так и не вышел, так мы не дождались. В общем, вот так вот, ребят, в принципе, очень классная песня, прям 20 из 10, это моя, ну, чтобы не соврать, любимая песня Платина, чтобы не соврать, да, вот мне, по моему мнению, такая песня. В общем, ребят, очень классно сегодня с вами я так посидел, посмотрел клипы, да, вам, наверное, было интересно, ну, не интересно, я не знаю, ребят, как бы, пишите свое мнение в комментариях, спасибо, что посмотрели этот ролик. В общем, ждем альбом Платины, да. Еще клип, да, какой-то, не помню. В общем, как-то так. Ну, а вы пишите свои комментарии, подписывайтесь на канал, если вам не сложно, ребят, не сложно. Да, мне кажется, не сложно, да, просто нажать на кнопочку и все. Всем удачного лета, всем хорошего настроения, всем удачи. Пишите свои песни в комментариях, пока.